сейчас мы делаем эту бабочку. Делаем ее, чтобы закрыть маленький прыщик. Чуть-чуть волосков у нас тут осталось от процедуры. И делаем бабочку. Сворачиваем ее приблизительно, чтобы она у нас ровно. Обычно я подрезаю лишнее, чтобы выделить уголки крылышек. Влажная салфеточка. И смачиваем. Красиво. Теперь на чистую ручку делаем себе такой цветок. Снимаем ручку. И с ромашкой, да, ромашкой, и ромашкой. Выкладываем салфеточкой, смачиваем. Красиво. Ну, где ваши пальчики? Ставьте, ставьте. Жду вас.